Непецинские перцы приехали на туристический слет в Одинцовский район из Коломны. Большинство ребят в раздорах не впервые. Кристина и Александра уже третий раз, Алексей второй. Сначала было просто интересно, а теперь это еще и отличный повод увидеться с друзьями. Очень нравится ездить сюда, с друзьями встречаться и показать себя в деле. Третий год подряд летние каникулы у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, начинаются с туристического слета. Благотворительный фонд социальных программ Московской области «Исток» таким образом хочет вырастить не только спортсменов, но и патриотов. Мы говорим с ребятами сегодня и о спортивном соревновании, но в то же время говорим и о патриотическом воспитании. Побеждает единая команда. И соревнование построено таким образом, что не личный зачет, а именно командный зачет. Уметь сплотиться, помочь друг другу, порадоваться друг за другом. Это тоже очень важно. Каждой команде предстояло преодолеть порядка 10 испытаний. Одни требовали ловкости, другие – слаженной командной работы, третьи – хорошей физической формы. Внимание, поехал поезд. И хотя речки на поляне в раздорах не было, участники слета переправлялись на плоту. Веревка, палки, доска, дружная работа и успех переправы гарантирован. Главное, чтобы с мором не упасть. Даже если переправиться не удалось, настроение не испортилось. Да и судьи, подводя итоги слета, суммируют баллы всех испытаний. Кроме впечатлений, юные туристы увезут подарки от организатора. Мы приготовили для вас подарок. 2 дня будет идти видеосъемка вашего соревнования, этого мероприятия. И каждому участнику будет подарен подарочный диск. А как это было? Турслет для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, уже хорошая традиция Московской области, отказываться от которой организаторы из благотворительного фонда «Исток» не собираются. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».